Каждый год наша планета проходит через хвост кометы. Атмосфера Земли подвергается бомбардировке частицами звездной пыли, которые сгорают в атмосфере, а с поверхности Земли кажутся падающими звездами. Так называемый метеоритный дождь жители Земли наблюдают в середине августа. Но красивейшее природное явление привлекает не только обычных людей, но и увлеченных всем необычным и малоизученным. В нашей стране создано научно-исследовательское объединение «Космопоиск». Оно изучает спорные феномены и аномальные явления, занимается историей, краеведением и астрономией. Люди, увлеченные всем неизвестным, есть и в Рассказово. Среди них Станислав Тетушкин. Наши деятельницы изучают, которые в Тамбовской области, НЛО, это объекты, поттергейст, это привидения, домовые, пентаграммы на полях, которые появляются, разные фигуры появляются, могут быть, так еще астрономические явления. Увлекся Станислав поиском и изучением аномалий в 2012 году, но пока, по его словам, встречаться с инопланетянами и привидениями ему не приходилось. Зато он не пропускает ни одно значимое астрономическое явление, в том числе поток Персеиды. Наблюдать звездное небо он уезжает подальше от города, чтобы не мешало движению автомобилей и уличное освещение. Берет с собой спальный мешок и котелок, чтобы можно было приготовить еду. Станислава не пугают никакие трудности, когда появляется возможность узнать немного больше о том, что всем кажется недосягаемым и загадочным. Поймать падающую звезду даже взглядом бывает непросто, а запечатлеть на камеру еще сложнее. Необходимо специальное оборудование. Но все же некоторым удается успеть не только загадать желание, но и остановить на мгновение полет далекой звезды. Дарья Белозерова, Максим Соколинский, Новости, ТВ Рассказово.